Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной мои коллеги Слепцов Николай Айдын и Михаил Эверстов. К нашу студию вы можете позвонить по двум номерам 320066 и 321166. Мы транслируемся в прямом эфире. В 1989 году была образована ассоциация корейцев города Якутска Мугунгфа, что в переводе означает «гибискус». В те годы ассоциацию возглавлял председатель Григорий Соломонович Ли, и вот уже более 30 лет ассоциацию возглавляет заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия Вера Гивеновна Шамаева. Вера Гивеновна Шамаева у нас сегодня в гостях. Также у нас в гостях Габышева Наталья Владимировна, завуч Саха-Корейской школы. Здравствуйте. И Ли Лев Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, мой первый вопрос. Какую дату собирается отмечать саха-корейцы в ближайшее время? Да, ну, в этом году у нас крупная такая дата – 160 лет переселения корейцев в Россию. И по этому поводу мы, значит, проводим фестиваль «День корейской культуры». У нас будет это мероприятие 15 ноября. Мы готовимся к этому мероприятию и хотим показать, сейчас мы хотим показать не только своим людям, корейцам, да, корейцы все-таки знают свою культуру, знают свои традиции, обычаи, не только знают, но они же соблюдают, потому что мы, как говорится, через родителей все это знаем, и не просто так. Родители же не говорили о том, что вот существует такой-то праздник, допустим, корейский, там Чусок, Сыллаль, да, а они просто соблюдали эти обычаи, и мы с ними вместе вслед соблюдали, что нужно делать, что нужно готовить к этому празднику, как относиться надо к взрослым людям. Это у корейцев на первом месте почитание пожилых и старших. Да? И обращение, поэтому, когда говорят, обращение у корейцев только на «вы» к взрослым. Это вот к ровесникам «ты», а к взрослым, если только «ты» скажешь, это вообще позорище, как говорят. Считается. То есть, да, считается позор. Поэтому мы должны обращаться только на «вы». Даже к родителям. Мы же к родителям обращались на «вы». Мы всегда говорили «мама, вы», «папа, вы». Вот, поэтому эта традиция всегда соблюдалась, соблюдается. И в этом году 160 лет – это большая дата. Тому времени, как перешли корейцы в Россию, но не от хорошей жизни. Это в поисках лучшей доли тогда переходили корейцы в связи с тем, что был в Корее голод. Потом, значит, было наводнение в один период. Потом, значит, милитаризация Японии, да? Под японским игом же находились корейцы. И поэтому многие бежали. Были восстания в Корее, и они бежали от этого. И размещались они в основном близко Владивосток, город Уссурийск, Ворошилов, на берегу реки Туманган. И кроме России переходили еще и в Китай. То есть вот как-то так партии делились, что кто-то туда, кто-то в Китай, кто-то в Россию. Но размещались они вдоль реки, старались размещаться компактно, чтобы сохранять традиции, сохранять обычаи. Вот это все было вместе. И поэтому они сохраняли все, все эти обычаи они сохраняли семейно. И потом, раньше очень соблюдалось, значит, вот у корейцев говорят «пон», один «пон», вот «ким», как «ким», «ли», «пак». Это как у русских Иванов, Петров, Сидоров. Да. Будем знать, как их. Да-да-да. Это у них, у них очень много кланов, вот, ветвей родовых. Поэтому там надо очень хорошо знать, чтобы знать, что это твой родственник, как бы, да? А некоторые фамилии есть, которые, вот как у меня фамилия Хен, да? Это один, одно древо, значит, родословное. Поэтому, если вот Хен, то это, значит, где-то какой-то родня мой, да? Или Кан, то же самое, одна ветвь.
Ха, вот Надежда, она тоже одна ветвь. То есть у них нет много ветвей. А у некоторых фамилий, вот Сон тоже много ветвей. Поэтому вот, значит, вот здесь. И они четко соблюдали, чтобы не смешивали кровь. Чтобы когда вот создавали семьи, чтобы это соблюдалось тоже. Поэтому вот тогда, в то время, очень это четко было. И первое время, вот как появились в Якутии корейцы, да, значит, они перебирались же по-разному. Кто-то пешком, кто-то на машинах. Вот. И первое, это вот большой вклад корейцы внесли в золотодобывающую промышленность. Угу. То есть появились они на Алдане, когда шло вербование, вербовали их. С Маньчжурии, с Кореи, с Читинской области. И тогда они, вот китайцы, корейцы, составляли основное большинство в артели рабочих в Алдане. Русских было всего 22%. Остальное были китайцы и корейцы. Это был тяжелый труд, ручной. И потом считалось, что вот восточные люди не пьют, очень серьезно относятся к труду, не волынят, как говорят, да? Вот. И очень выносливые. Вот они так считались. Поэтому их брали на такие тяжелые работы. А потом, когда они вот в 1937 году пошла репрессия по указу правительства, и, значит, с Дальнего Востока в одночасье всех их вывезли. Как говорят, сейчас под ноль. Потому что боялись, там же Япония близко, а тогда была война с Японией. Поэтому всех абсолютно сажали вот в эти вагоны товарные и вывозили, как что успел взять, то и успел. Вот так вот их сажали в эти вагоны. Это депортация, да? Да, и депортировали их в Среднюю Азию. Везли их очень долго, многие умирали по дороге, особенно старики и дети. Ну и выгрузили их в северных районах Казахстана и Узбекистана. Вот у Штоби там их вывозили и так далее. Поэтому они там оказались и тоже вынесли очень тяжелые условия, потому что тогда как бы не были подготовлены же дома. И они вот даже в некоторых местах в Казахстане экскаватором выгребали землю и делали землянку. А над головой делали такую вот сетку там и так далее, и крыша получалась. И они вот так жили, выживали. Вот не от хорошей жизни уходили и пришли тоже не очень сладкие условия. Да, вот они вот так вот выживали. Да. Вот. А потом уже как бы там и создавали семьи, и там, значит, они привыкали к условиям, к тем. А наши, значит, корейцы, здесь тоже в Алдане были сильные большие аресты, и до сих пор некоторые живут, не знают, куда делись их родители, дедушки, бабушки. Кого-то расстреляли сразу, кого-то увезли. Поэтому вот как бы тогда очень массовые аресты были в 1937 году большие. И... Это только 1937-й? Ну, 37-й захватывает, 37-й, 38-й, как бы, да. Потому что мой дедушка, Ким Чан Ма, он развозил почту. Он развозил почту, тогда они жили в Алекминском районе, в Токо. И мой дед, по моей памяти, он уехал развозить почту на лошади с... Не попроще, с Иргалахака. Поехал почту развозить. Лошадь вернулась, а его нету. Вот так. И его так и не нашли. Вот очень Может, много... тогда, возможно, и так, его тоже... Да, тогда же поэтому люди теряли друг друга, не знали, куда. А никто же не говорил. Никуда невозможно было обратиться, поэтому они не знали, куда, чего. Вот. И поэтому вот некоторые, значит, корейцы с Алдана стали перебираться в Якутск, чтобы избежать вот этих арестов. Потому что в Алдане-то особенно аресты были, потому что по ложному доносу, что вот они украли золото. Так же было. А он, может, его не трогал даже. А почему такая пошла политика? Ну, наушничество же было. Закладывали, как говорят теперь, да, друг друга, конечно. Против корейцев. Так и не только против корейцев, там же очень многие попадались, и руководство попадалось. Поэтому там, как говорится, на кого указали пальцем, так вот их и арестовывали. И причем раньше как без суда и следствия, да?
Тройками? Расстреляли. Тройками, да, все, им дано было разрешение расстреливать, если он не подчиняется. Все. То есть вот это вот такое было. Потом они стали перебираться в Якутск многие. Ну и потом в Алдане тоже как бы местность агористая, поэтому для овощеводства она не очень подходила. У меня не овощеводство, это все с собой, да. Они, когда перешли вот в Якутск, здесь, значит, стали создаваться корейские артели, и они занимались овощеводством. Тогда, вот до Хрущева, разрешалось при предприятиях организовывать артели, организовывать подсобные хозяйства. Вот Якутстрой, Жарницкий знаменитый такой есть у нас, он создал подсобное хозяйство пригородном. И у него было большое хозяйство. Он разводил, вернее, выращивали овощи корейцы, у него бригада. Вот. И, значит, вот только когда Хрущев приступил, он же запретил вот эти все огороднические, все тогда было, все было закрыто, прикрыто. Поэтому, значит, этот вопрос был такой. А потом правительство приняло решение, что надо корейцев отправить в теплые районы, чтобы они разводили, вот в то время табак разводили в очень большом количестве, для государства сдавали, и разрешалось часть табака оставлять себе, потому что на продукты выменивали они, денег не было, они выменивали на масло, на мясо, там, на рис, вот так вот. Вот. И таким образом вот жили. Поэтому многие, почему многие корейцы попали в Нюрбу, в этот верхний Вилюйск, Вилюйск, Алёкма, Покровск, да, вот по берегу реки Витим, по берегу реки Лена. Вот таким образом они их расселяли специально и просили население местное принимать их хорошо и не обижать, как говорится, да, и выделялась им земля бесплатно, специально. Они выращивали, а потом они там вот стали создавать тоже семьи, потому что в Корее не уедешь. Они создавали семьи, значит, и выращивали овощи разные-разные, значит, ту же морковку, тоже те же бахчевые даже стали выращивать и так далее, и кормили себя, и кормили население. Вот, даже некоторые же вспоминают, внуки, дети, что вот дедушка кореец был и все время говорил: если живешь на земле, ты голодным не будешь. Как можно жить на земле и быть голодным? Такого не может быть. И они поэтому всегда, огород всегда был у корейцев. И семена они привозили свои. И потом стали выращивать. И, как всегда, у корейцев в кармане были семена. Вот этим они отличают. У них такие были телогречки, у них в карманчике были всегда семена. И семена выращивали. Я даже вот в детстве помню, что в огороде у нас специально была грядка, где выращивали семена редиски, семена морковки. И мама говорила: не трогайте это на семена. Все, потом уже из этих семян весной сажаешь и выращиваешь овощи. То есть вот так было. Вот и почему, оказывается. Да? У меня дедушку, конечно, я не застала, потому что он пропал без вести, когда папа еще был маленький. Но когда папа в свое время, после всей своей работы, всего, купил, пошел частный дом где-то там такой старый, там отстроился и огород разбил. У якутов есть такое, как сказать, бирмостанан. У меня в прямом смысле, мы прямо по нашему огороду просто по одной тропинке вот так вот шли. Огород был отменный. Ну и сейчас, слава богу, там мама все это придерживается, папы уже нету, но огород был отменный. И когда-то мне один мужчина посмотрел на меня, кореянка, ой, наверное, огород только так садишь. А я такая стою на него, смотрю, такая: вообще нет. Да, и во мне, к сожалению, мне это не передалось. Но передалось моей сестренке родной. Он даже умудряется на балконе выращивать вот эти вот помидоры черри прям кустами. У нее эти петунии кустами. Такая: ну ладно, когда-нибудь до меня тоже. Часто прямо выращивают все же. Вера Геновна, что мне после этого эфира точно все придет. Да, так что это самое. Поэтому вот это все было. И потом раньше же теплиц-то не было. Да. Вот, да. Лёва, наверное, помнит, теплиц не было. Этих балбахами, значит, делали парники, он же имеет свойство самовозгораться, вот эти балбахи, да, от коров. И тепло давали снизу. Да, и все, и вот он, источник тепла, который подогревает всю теплицу, и вообще прекрасно все росло. А ваши корни как? Вот эту вот всю историю вашей семьи? Ну, скажите. Ну да, вот история... Ну вот прежде чем, может быть, рассказать историю моей семьи, как она появилась здесь, в Якутии,
тоже немножко, может быть, исторический экскурс. Дело в том, что вот Вера Геннадьевна говорила, да, 1806 год, но перед этим была, если вот вы помните, вторая опиумная война, да, между англо-французами и Китаем. Значит, в это время в Китае, значит, правила династия Цин. И вот эта вот война, ну, собственно, как и всегда, такие войны возникают за рынок сбыта. За рынок сбыта, за какие-то сырьевые ресурсы. И вот эта вот война, она закончилась поражением Китая. Но при этом Россия помогала своими вооруженными силами Китаю. Вот. И после поражения Китая, значит, был подписан так называемый Пекинский тракт, согласно которому, значит, ну, это, значит, англичанам, французам отошел Цзюиньский полуостров. Это вот сейчас есть в Китае, если современную карту посмотреть, там сейчас многомиллионный город Цзюинь, по-моему, называется его. А что важно отметить, а Россия, как также участник этой войны, конфликта, она как раз и получила вот тот кусок территории, который мы сейчас называем Приморским краем, Уссурийск, Приморский край. И вот с этого-то момента как раз появилась граница между Корейским полуостровом и Россией. А до этого не было. Да. Это все был Китай. Да, и вот с появлением вот этого коридора, так сказать, 14-километровый перешеек, появилась возможность вот миграции, да, корейских жителей. Ну, там вот так. Да, вот, да. Жили. Ну, тут можно много рассказывать, значит, сколько волн было миграции со стороны корейцев. То есть иногда это успешно проходило, значит, иногда не очень. Но вот Вера Георгиевна говорила, что... Да, что такое? Конечно, основная причина колонизация Кореи со стороны японского государства и вот эти вот невыносимые условия, которые и побуждали корейцев, значит, покидать свою родину и искать, значит, какие-то лучшие места для проживания. А вот. И вот... уже в 17, вот то, что касается семьи, моей семьи, значит, вот я имею в виду первое поколение, это бабушка и дедушка, да, мои родители второе поколение, мы, ну, меня можно считать третьим поколением. Так вот, первое поколение, оно, бабушка и дедушка, они пересекли границу в 17 году. Это был наиболее благоприятный момент, вообще говоря, да. Почему? Потому что в России свершилась революция, а у большевиков какие основные лозунги? Земля крестьянам, да, фабрики рабочим, вот, интернационализм был провозглашен. Все это, конечно, самое, как бы, благоприятное впечатление оставалось у тех, кто намеревался, значит, перебраться в Россию. Вот поэтому и вот по нашей историографии с моей семьей именно в 17 году, по крайней мере, родители моего отца перебрались вот как раз в район Владивостока, в район Благовещенска. И, собственно говоря, в 22-м году во Владивостоке родился мой отец, уже здесь, в России, да, он, то есть, как бы, россиянин по паспорту. А мама, она в 28-м году была в Благовещенске. Ну вот, Вера Георгиевна хорошо рассказала, значит, как развивалась в то время корейская община. Да, были школы, театры. То есть правительство российское полностью поддерживало вот эту вот общины корейские, да. Потому что, ну, это было выгодно, вообще говоря. Ну и с точки зрения, значит, освоения тех земель, которые, в общем-то, во многом пустовали, да. А с точки зрения рабочей силы, ну и вот целый ряд вот таких причин. Это был, конечно, такой определенный расцвет. Вот. Но где-то в 30-х годах разошлась молва, значит, о золотой лихорадке, да, которая случилась в Алдане. И, как я понимаю, значит, бабушка с дедушкой мои, они узнали об этом, значит, событии и тронулись, значит, в Алдан. Поэтому вот уже дальнейшее
становление нашей семьи, оно вот происходило именно в Алданском районе. И, конечно, вот правильно, там не было, значит, условий для земледелия. Олег Геннадьевич, простите меня, пожалуйста, я вас перебью. Мы сейчас отойдем буквально на несколько минут на рекламу. Сейчас реклама. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу с представителями ассоциации саха-корейцев, мы так назовем его, к нам присоединилась во время рекламы Ха Йен Хи. Здравствуйте, и мы приветствуем вас в нашей студии. В истории, сколько лет вы уже состоите в ассоциации, вы продолжите беседу после Льва Геннадьевича, потому что он до рекламы рассказывал, что его родители... Бабушка и дедушка переехали в Алдан. Да, ну и надо сказать, что, может быть, вот это решение перебраться в Якутию, может быть, и спасло мою семью от вот тех репрессивных событий, которые большей частью все-таки коснулись тех, кто проживал на Дальнем Востоке. Потому что 1937 год... уже всех вот иноземцев, в том числе корейцев, рассматривали как некую пятую колонну, да, тем более близость, значит, с Японией, да, милитаристской Японией вызывала подозрения, не являются ли агентами. И поэтому, в первую очередь, вообще говоря, забирали вот тех корейцев. А это, во-первых. А во-вторых, насколько я вот знаю из источников, и наибольшее количество пострадало те корейцы, которые были образованы, занимали какие-то уже достаточно солидные посты, офицеры, такие тоже были уже. Вот они в первую очередь подвергались тем репрессиям. А мои предки, они были просто крестьяне малограмотные, да, вот, не очень, может быть, броские, поэтому... Во многом вот это вот и сыграло, что эта вот семья наша не попала под этот каток. Вот, но при этом, конечно, вот в Алдане вот мои родители уже, будучи детьми, они не знали русский язык вообще, так? Но вот жизнь заставила, да, поскольку в русскоязычной среде все это быстро освоить. Ну и со временем, вот у меня отец, например, мы большую часть жизни прожили в Павловске, это вот Медико-Кангалавский вуз, там прошло мое детство, отец работал там учителем школы, был даже директором, сейчас он почетный, там значится почетным жителем Нерюктяйского наслега. Мама моя тоже там работала, учительница, она заслуженный учитель республики, была там депутатом. То есть дело в том, что вот со временем, уже в 50-х годах, когда уже хрущевская оттепель, да, корейцы, они стали полноправными членами советского народа в то время, да. То есть практически все... доступно были и высшие учебные заведения, и какие-то должности. Ну и, собственно говоря, уже следующее поколение, тем более мы не ощущаем никаких там дискриминационных, это самое, вот все успешно работаем, каждый, значит, делает какую-то свою карьеру. И все зависит от его личных способностей, и образования и так далее. И желание как бы утвердиться в этой жизни. Ну вот, как-то так. Спасибо большое. И вопрос Ха Йен Хи. У вас такое интересное имя. Я не замечаю. Ну да. Так же, как и я, да, там, Мария Ким. Я хотела бы вам задать вопрос по ассоциации саха-корейцев. Сколько лет вы там как член зачислены уже? На протяжении скольких лет? Ну, я в ассоциации с самого образования ассоциации с 1985 года. С самого начала. Вот вас туда включили, и вы уже непрерывно вот держите... Наша учительница корейского языка.
Воскресную школу уже мы открывали. Вот она у нас была учительница. И представитель Межлодки был с Кореи, Чечунхван. Так что они вдвоем нас учили. Тогда вы сейчас спокойно вообще можете нас корейскому языку научить. Да. Кое-чему научим. Ну, в студийное время, конечно, у нас буквально там несколько минут. А сами вы вообще кем работаете? Ну, я сейчас, в данный момент, на пенсии, проработала всю жизнь, так сказать, в системе здравоохранения. Вот. Теперь вот сидим на пенсии. Сидим, не сидим, в общем, что-то крутимся. Ну, активно участвуете, да, в жизни вот ассоциации. Стараемся. Активнее, самое активное. А вот Ха Йенхи, к вашему имени там вопросов не было там в течение вашей жизни? Ой, очень много. Каждый раз, наверное. Да, особенно когда сейчас компьютеры, они, по-моему, на моей фамилии ломаются. Потому что спрашивают, дайте мне отчество. А я в шутку говорю, у меня отчества нет, я пробирочная. Пробирочная. Вот такие шутки у меня. Говорю, ну нет отчества, я где его возьму? Вот дайте, и все. Вот так вот бывает. Часто. А у корейцев Ха, допустим, вот, ну, Ха — это фамилия. Йенхи — это просто имя. А, тогда это получается Хи, не отчество, без, да? Без отчества. Нет. У нас отчества нет же. А тогда мой дедушка Ким Чан Ма, тогда получается, что он Ким? Да. Чан Ма. Да. А я же все время думала, вот это вот, аж на три, там, Ан Ке Хва, допустим, да, у меня там коллега Дарьян Ке Хва. Ли, ну, Ли, а по-русски, Ша, по-русски Ли Ша Ди есть еще. Да. А по-русски? Ну, по-русски, чтобы просто было называть меня Надежда. Надежда Николаевна. Николаевна. Ну, чтобы уже отчество, да, на работе. На работе, конечно, Надежда Николаевна. Когда уже повзрослела. Надежда Николаевна, в здравоохранении вы кем проработали? Медсестрой. Вы всю свою жизнь посвятили этой работе. Да. А как к корейскому языку вы... Вот, ну, учили? Я в детстве... У нас школа была корейская. Это где? Я родилась на Сахалине. Ага. Вот Сахалин. Там у нас была корейская школа. И я окончила 7 классов. Потому что где я жила, там только 7-летняя была школа. Раньше же 7-летки были. Угу. Вот, 7-летняя. А, чтобы среднюю школу корейскую закончить, надо было далеко ехать, в интернате жить. Угу. Допрос продолжается. А как вы оказались в Якутии? В Якутии? Ну, это романтика, видимо. А, ну это уже история. Я вообще люблю путешествовать. Вот. Совсем молодая была. В общем, я училась в Улан-Удэ. И вот по окончании поработала там и думаю, надо куда-то ехать. Года на два, на три. Открыла карту. Так, и на Якутию. Ну, страшно не было. Не знаю. Вот, да. И все. Куда палец упал, туда она поехала. Ну, думаю, года два-три вот так поживу, поработаю, посмотрю. И все, приехала и застряла до сих пор здесь. И никуда не хочу уезжать отсюда. Мне очень нравится здесь. Очень нравится. Тогда, получается, это уже более всю свою жизнь, да? Да, конечно. Тут она создала... Мы не будем говорить, сколько Надежды Николаевны лет. Но уже, да. А на Сахалине кто остался? Ну, там сестры, братья. Вы связь поддерживаете? Да. Очень у нас дружная семья. 6 детей у родителей. Многодетная. Да. Тогда получается, что Надежда Николаевна приезжает в Якутию, а тут, оказывается, сахакорейцы, ты язык свой не знаешь. Мы да, же не сахакорейцы, мы корейцы. Корейцы, и прошу прощения. Этнические корейцы мы считаемся. Мы знаем свой язык как? Вот российский, родроссийский язык мы знаем. А уже тот язык, который там, в Корее, там же, вот в Южной Корее особенно, он же с английским акцентом, с американским. И у них много слов американских, японских, поэтому как бы там сложнее. Мы даже вот иногда сравниваем, говорим, вот он по-нашему вот так называется, а по-вашему вот так называется. То есть вот так. Поэтому мы такой разговорный,
Она все время над нами смеется. Я говорю, ну мы-то привыкли к такому разговорному. Поэтому вот... Я не смеюсь, я поправляю. А, вот так. А мы не поправляемся, потому что это все равно корейский язык. Потому что на Сахалин в основном южнокорейский. Да. Их же депортировали. Ну там и северных много было. Ну вот я выросла, говорю, среди северных. И японцы там немножко, которые не успели уехать или не забрали японцы своих. Вот там японцы есть, да. А корейцев оставили. Ну вот если, допустим, вы же сейчас можете на пенсии и подрабатывать, я так скажу, потому что сейчас же очень многие хотят. Ну и вот тут мы плавно переходим к Наталье Владимировне, к завучу, ну уже по-простому, к завучу сахакорейской школы. Наталья Владимировна сейчас расскажет о процессе учебы в вашей школе, и буквально в следующем месяце вы отмечаете свою круглую дату. Ну, я вначале ознакомлюсь с историей, да, нашей школы. В 90-е годы, когда вот шла интенсивная связь, да, с другими странами в сфере экономики, туризма, да, торговли, вот изучение иностранных языков стало как бы необходимостью, да. И наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, он перед педагогической общественностью выступил с предложением, чтобы создавались школы нового типа. Да? Но школы, в которых будут изучаться именно иностранные языки. И, конечно, эту инициативу поддержало управление образования. В тот период, значит, начальником управления образования была Евгения Исаевна Михайлова. Да? И управление образования, да, начали вплотную работать именно над открытием, да, вот таких вот школ. И все, наверное, очень хорошо помнят, что в тот период было создано очень много школ, таких как Саха-немецкая школа, да, Саха-французская, Саха-канадская, Саха-турецкая. Ну и в том числе наша, конечно, Саха-корейская школа. Да? И вот учредителями нашей Саха-корейской школы стали это управление образования в лице Евгении Исаевны Михайловой, да, с корейской стороны это университет иностранных языков Хангук, профессор Кан Доксу, с которым мы до сегодняшнего дня поддерживаем очень тесную связь, да, и, конечно же, это наши друзья, наши помощники, ассоциация корейцев, да, города Якутска в лице Веры Гевеновны, Надежды Николаевны, да, которые, ну, вот мы с ними очень тесно поддерживаем связь. Да? И вот 25 июля 1994 году вышло распоряжение мэра города Якутска Томтосова, да, об открытии Саха-корейской школы. Саха-корейская школа в этот период не имела своего здания. И 1 сентября 1994 года она свои двери открыла на базе 33-й школы и приняла в свою школу 148 детей с 1 по 7 класс. И 14 ноября этого же года, да, школе дали здание, в котором мы до сих пор базируемся, да, вот это наше здание, вот. И вот этот день, 14 ноября, для нашей школы является днем его рождения. И вот в этом году, 14 ноября, мы отмечаем 30 лет. 30 лет нашей школе будет, да? Незаметно. Незаметно. Но хотелось бы сказать, остановиться на том, что первым директором был назначен аспирант университета Хангук, это город Сеул, да, мистер Ким Хэнгын. Да. После него директором у нас работал Ким Геннадий Николаевич. И вот на протяжении 27 лет работала Потапова Ольга Кимовна. Конечно, мы своим директорам очень благодарны, потому что благодаря им школа получила свое развитие. Да? Школа стала в городе, в республике известной. Да? К нам желанием поступают. Да? Школа пользуется спросом. Вот. Ну и, конечно же, как и любая другая школа, мы гордимся своими выпускниками, потому что наши выпускники, вот, ну, хотелось бы отметить тех выпускников, которые непосредственно связали свою жизнь именно с корейской филологией, да, это у нас есть три доктора наук,
корейской филологии Кобякова Ульяна, Максимова Александра, Иванова Айсена и 4 магистра наук, тоже вот, да, корейской филологии Керемясова Ирина, Васильева Кристина, Сыромятникова Анна и Никифорова Вероника. Вот. На сегодняшний день школа является Ассоциацией школ Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Да. Тесно мы сотрудничаем с Институтом зарубежной филологии и регионоведения. Студенты данного института проходят у нас педагогическую практику, и сегодня они являются еще и нашими преподавателями корейского языка и культуры. Корейского языка культуры, да, вот. У нас, значит, до 2021 года, да, до пандемийного периода ежегодно проводились стажировки, языковые стажировки. Дети наши выезжали в Республику Корея, да, и непосредственно на базе университета Хангук они проходили вот образовательно-познавательную стажировку. Вот. Также хотелось бы отметить, что у нас работает образовательный центр корейского, по изучению корейского языка и культуры. И, пользуясь моментом, хотелось бы сказать всем желающим изучать корейский язык и культуру, записаться к нам на курсы. Данные курсы работают у нас по субботам. Можно отправить заявку через электронную почту школы, да, вот, и могут заниматься, изучать корейский язык и культуру не только дети, да, но и взрослые, потому что оно тоже пользуется спросом, да, есть желающие и среди взрослых, которые хотят записаться вот на такие курсы. Если вот сейчас слушают нас, то пусть записываются. Пойдут обязательно, да. Потому что... Так... Ну и, конечно же, наши главные помощники в нашей работе, да, это является, конечно же, хотелось бы еще раз отметить, это наших друзей, Ассоциацию корейцев. Да. Мы совместно проводим праздники, это традиционный праздник Чусок, да, это осенний праздник. Праздник урожая. Это мы традиционно проводим вместе с ними праздник «Корея далекая близкая». Ну и, соответственно, те фестивали, мероприятия, которые идут по плану корейской общины, по плану нашей школы, они проходят совместно с корейской общиной. Угу. Ну, тесное сотрудничество, да, и оно продолжится, да, и 30 лет уже с самого начала практически, да? Да. Я очень рада была сегодня с вами поговорить. Я теперь знаю, что мы не сахокорейцы, а этнические корейцы. Этнические корейцы. Но здесь у нас еще есть сахокорейцы. А еще и они тоже создали общество, как говорится, да? Вот, НКО. И они сейчас как бы ищут свои корни. И, кстати, они очень хорошо поступили с тем, что... Они ставят вот в районах, вот Сунтарский район, Кахангаласский район, они поставили такие вот именные камни, где сделали силуэт и благодарность корейцам. Вот, так что вот это тоже. И потом книга же у нас издана. Благодаря вот вам я теперь, простите, буду об этом знать. К сожалению, наша программа подходит к концу. Спасибо вам большое. Приходите еще раз к нам в гости.